Всем добрый день. Всем удачи, всем счастья, всем везения. Вы находитесь на канале Светлая Стрела, с вами Надежда. Сейчас мы находимся на мосту через речку Сезовсе, а вдали горы. Смотрите, какая красота. Речка Сезовсе обмелела, но все равно свои воды несет в Черное море. Перешли мост. Идем дальше. Эта дорога идет на Сочи. Пойдем пешком в Сочи. Это, конечно, шутка. В Сочи мы не дойдем. Это очень далеко. Если повернуть направо, будет озеро Дивное и санаторий Чайка. Но мы туда сегодня не пойдем. Мы пойдем прямо. Нам нужно другое место. Прошли через туннель. Наверху проходит железная дорога. И по тропинке держим путь к морю. Вот здесь какие платанчики, красавчики. Гладенькие, красивенькие. Целая аллея высоких-высоких. Ой, какой запах. Как здесь пахнет. Птички поют. Солнышко светит. А впереди нас ждет море. Наслаждаемся этим красотой. Здесь какой-то заброшенный санаторий. Да, очень жаль, что его забросили на самом берегу моря. Очень жалко, что не нашлось хозяина его отремонтировать, отреставрировать. Отбоя бы не было. Какая красота в сухих листочках. Какая красота. Это для души.